получается, смотрел документальный фильм «Басты о себе» в честь выхода альбома, короче. И там был кусочек, где он приходил, кто смотрел, приходил к Скриптониту на студию, и он ему показывал демки. Я охуел. Каждая демка, и он просто включает бит, знаете, типа, ну, такой сидит, качается, начинает зачитывать, как должно оно звучать, и ты такой, да ну нахуй! Вообще каждая охуенная, блядь. И вот это оттуда и было, я помню, я, ну, ждал эту песню. Звучит круто, да, блядь. Это такой вайб такой задорный. Прикольно, блядь, что-то необычное. Должен быть что-то там, как-то вот они, блядь, там такой проигрыш должен быть угарный. Ни слова не понял, но прикольно звучит, блядь. Вот это. Да-да-да, я говорю, вот он Басти это показывал, я мне пиздец понравилось, это очень прикольно. Да охуенно, да? Это не похоже, да, на агрессивный рэп какой-то. Он такой, как-то, блядь, мне нравится, что немножко из формата немножко вышли из формата, короче, рэпа, который уже привыкли все жесткие. Вот как тейпы сейчас смотрели, я, конечно, ну, это не в огород тейпа, что там хуйня, это заебись, но просто как-то уже что-то интересное, блядь, что-то новенькое, блядь, какой-то задорненький, задорненькая песня. А то меня задрачивали, представляешь, что я задорные песни пишу, блядь. Классы, классы. Это моё, блядь. Я просто включил бит и разъебал бит. Первый миллион я спрятал в носки. Грустные глаза не спрячут очки. Я говорю правду, сделал очки. Твоя улыбка, ты же артист. Мы же тебе платим, так что крутись. Хочешь моя свеги, это завис. Перезагрузись, ты что-то завис. С оружием в джинсах все чувствуют сил. Я выстрелю звук личный сорт героин. Пишу эту куплик и смотрю за Ниной. Я радио няня, я радио кибор. Друг мой, ты слишком боишься замараться. Круг завершится. Да, снято охуительно вообще. Нового абзаца. Гонка начнется, чтобы остановиться. Жизнь не шепнет тебе аста лависта. Друг, ты слишком боишься замараться. О, син вообще ебанутый. Сейчас, секунду. Бля, син какой мощный. Сейчас. Да, блядь! Да, круто. Ну, куплеты мне нравятся намного больше, чем припев, но вот этот проигрыш, что это намного, сука, это, конечно, да, это заедает, блядь. А припев мне не особо почему-то. Да-да-да, это вообще пиздец. А.
Да, блядь, ну да прикольно, сука, мне это больше понравилось. Охуенно. Охуенно. Особенно, когда Федук, да, влетает, это вот его фишка такая, когда он влетает, ну, по крайней мере, который я фиты слышал, идет, что-то напряженный потом влетает и начинает петь. И ты такой, да, сука, хорошо, блядь.